Семен? Тетя Клав, мелких Анютку домой повела. Да, я видела. На улице с ними встретилась. Семен, как же так? Мы две похоронные получили. А ты живой? А это... Степка, отец твой? А то я не знаю. А Алешка во двор вбегает, кричит. Степкин отец приехал, а я стою столбом, стою. Ну, скажи что-нибудь. Да я... Извини, тетя Клав. Даже не знаю, что сказать. Помолчим. Поговорим еще. Будет время, наговоримся. Тут поаккуратнее. Здравия желаю. Тут у нас заразные лежат. Ну, инфекционные, то есть. Вот 3 раза в день полы моем. Все как положено. Инфекционные, говоришь? А это на чахоточную вроде не похоже. Да, так она и не заразная. Ну, то есть не инфекционная. Ну, в других палатах местов-то нету. Но я ее пока сюда и положил. Так какого рожна тогда тут полы по 3 раза мыть, Маша, если они у тебя все вперемешку лежат? Так а я-то что могу сделать? Ну, если там все больными занято, все места заняты, больными заняты, куда ее? А мне... Хоть к себе неси, но чтобы здесь неинфицированных не было. Ты меня понял? Понял. Я лично проверю. Так точно. Пойдемте, товарищи. Ну что решили-то? И впрямь к тебе, что ли? Ага, ко мне. Вон, кладовку положи на топчан, постели там и пусть лежит. У тебя... От кого закрываешься, Милещенко? Это я так. Отчет составляю. Ну и чтоб не беспокоили. Людей посторонних много в поселке появилось. Не замечал? Ну так к празднику всегда народ прибывает. Отоваривается народ. Все ясно с тобой. Если в праздник хоть одного охранника пьяным увижу, будешь отвечать по всей строгости. Мне инциденты не нужны, понял? Да нормально все будет. Несет от тебя, как из пивной бочки. Это вчерашнее. Вчерашние дрожжи. Ладно, ты меня понял. Да понял я. Че не понять-то? Сам-то хоть не пей. Не-не-не-не-не. Я не-не-не-не. Я на нее проклятую смотреть не могу уже. За встречу. За встречу. Обязательно. Мы еще завтра баньку затопим. С утра отоспитесь, отдохнете. Не мотаться же в такую хмарь по лесам. А уж к вечеру не откажите к праздничному столу. Что касаемо службы, так за хорошим столом, да под водочку. Еще и лучше вопросы решать. Кстати, что касаемо службы, пока не забыл. Просьба у меня к тебе будет, Егор Дмитриевич. Ой, черт. Пуговица оторвалась. Да хоть 10. Люсь, вы ж меня знаете, я человек исполнительный. Я тоже. Чересчур, как выясняется. Мне кажется, пельмени поспели. Так что за просьба-то, Виктор Сергеевич? Да мы тут тебе заячку одну отправили с последним этапом. В воспитательных целях, так сказать. Так вот. Сразу после отправки бумага пришла об ее освобождении. Как так?
Досрочно, что ли? Вот и я удивляюсь. Сам понимаешь, в наше время это дело необычное. Она ведь и полсрока еще не отсидела. Видать, связи у Бабенки нешуточные. Вот и я о том же. Так что надо ее отправить обратно. И как можно быстрее. Потому что, в случае чего, отвечать нам, Егор Дмитриевич, придется. Ну. Отправим. Не беспокойтесь. Отправим. Сделаем все как надо. Ну вот и хорошо. Завтра с утра оформим документы и... Завтра ж праздник. Наливай. Это ж дело минутное. А история-то как заноза в заднице. Уж больно кто-то похлопотал за эту бабу. Правда, мы с тобой, Егор Дмитриевич, не узнаем, а приказ выполнить обязаны. И контингент тут у тебя. Не знаю, что через минуту произойдет. Так что отправить ее и как можно быстрее, мало ли что. Да уж, тут у нас контингент, вы правы. Ну вот и славно. Завтра до обеда вопрос решим. А после уже баньку. Ты же меня знаешь, я в долгу не останусь. Ну о чем вы говорите, Виктор Сергеевич? Одно дело делаем. Люсь, ну где пельмени-то? Когда к нам свои прорвались, в живых уже никого не осталось. Потом бы еще почти сутки шел. Меня нашли, когда уже все закончилось. Я только очнулся, кто-то заметил. Потом узнал, что меня вместе с убитыми посчитали. Ну и похоронку родным отправили. Получается, мать-то так и не дождалась. Значит, ни могилы, ничего не осталось. Игорь тоже могилу не нашел. Искал, искал. Не нашел. А что с остальными? Тоня, как погибла? Ну, про братьев ты знаешь, а жена твоя... Ну, в общем, когда немцы в деревню пришли, а отца твоего не было, он на охоту ушел вместе со Степкой. Надо же как-то семью кормить. Ну, а немцы всех молодых баб к сельсовету согнали. А когда на станцию колонну их повели, мать твоя из дома выскочила и на фашиста с кулаками. А он ее прикладом автомата, ну, она упала. Больше так и не встала. А Тоня, когда мать увидела, из колонны вырвалась, к ней побежала, да не добежала, пристрелили ее. Спасибо тебе, тетя Клав. Да за что? За то, что отца сохранил. За детей спасибо, что в детдом меня отдала. Да за детей ты не меня должен благодарить. Вон, Федора, да, Алексея, они бумаги собирали, помогали. Так странно получается, своих детей нет, а всегда полный дом. А почему ты из госпиталя не написал? Со мной знакомый один лежал из поселка. Он-то и сказал мне, что немцы, когда уходили, всю деревню расстреляли. Ну, всю. Всю, да не всю. Ты слушай побольше людей этих. Они еще не такое наговорят. И вот что я тебе скажу. Если бы не отец твой, то ни партизан, ни меня бы, ни детей в живых не осталось. А... Значит, война когда закончилась? Почему ты только сейчас приехала? Да меня последний раз после войны и ранило. Под Берлином. До середины лета в тамошнем госпитале валялся. Потом ждал отправки на родину.
Да, честно говоря, ехать-то не хотелось. Боялся остаться один в пустом доме. А когда детей увидел, глазам своим не поверил. Ну ладно, до работы мешать не буду. Поесть захочешь, заходи. Здравия желаю, товарищ майор. Докладывайте. Звонили с 22-го километра. Начальство задерживается в связи с плохими погодными условиями. Ну вот, готово. Кстати, я специально интересовался. Заключенный это сейчас находится в больнице. Ну и хорошо. Пусть пока там побудет, а как погода наладится, отправляй в центральную зону. Сделаем, Виктор Сергеевич. Комиссия, значит, в самый праздник. Черт, неужели за бабы? Где-то ты, сучара, мину мне поставил, чует мое сердце. Начальник охраны ко мне срочно. Разрешите? Ты, Милещенко, либо сам дурак, либо меня за дурака держишь. Товарищ майор. Ты что, не видишь? Готовится бунт. Бунт в канун праздника. Ты понимаешь, что это значит? И что? Есть конкретные факты, подтверждающие это предположение? Факты, факты. Факты. Фактов предостаточно. И обо всех фактах хорошо известно Черному. Ты думаешь, он просто так уехал? Специально хочет меня подставить. И ты бы горишь за компанию. Ты же нажрешься к вечеру, как свинья. А сами-то, товарищ майор, не рановато начали праздновать? Перевернуть все бараки. Вверх дном все. Ты меня понял? Усилить ночную охрану. Понял? Так точно. Шмон навести, а охрану усилить. Свободен. Есть. Самому надо все контролировать.
тебя и парня. Вот это да. Спасибо, Егор. Ну, уважил, Егор. Как? О, мужики. Ты смотри, что тут уже. Вот это стул. Сейчас. Сейчас приступим. Ну, братцы, давайте коньячок, кому чего. Ну, хозяйка, рассаживайтесь. Наживайте, мужики, давайте. Коньячок, водочка, кому чего, рассаживайтесь. Виктор, Виктор Сергеевич. Ну, наконец-то. Я уже думала, мне одной придется за стол садиться. Ну что, Валентина Павловна, я бы этого не допустил. Это точно. Виктор Сергеевич, Люсь, только и делал, что твою стряпню нахваливал, да поторапливал нас. Так, вот ты взял и все испортил. И теперь Людмила Павловна будет думать, что я не о ней забочусь, а о своем желудке. А ты на правду-то не обижайся, Виктор Сергеевич. А то, что вам моя стряпня нравится, так это для меня самый лучший комплимент. Так, ну? Так, ну у всех есть. Ну, у всех, да. За Сталина. Так, картошечка. Так, сало. Люди, человеки, да, закусывайте, картошечку, закусывайте. Картошечку, картошечку. О, сальцо. Да. Егор. Ешьте, ешьте. Ну, что там? Слушай, мне бы к Лукичу сбегать в больницу. Я ему там кое-что приготовила. Мужики, а где соль-то? Одна нога здесь, ну, другая там. Сейчас? Ну, неудобно перед гостями. Ну, я пока скажу. Да. Вы уже 1000 раз все успеете сделать. Люсь. Сало, мужики, какое. Не понял. Сало. Куда это вы собрались-то? Мы вас никуда не отпустим. Ну-ка, пойдем, 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 пойдем. Угу. Мы же никуда, Людмила Павловна, не отпустим? Нет. Куда же? Правильно? Мы и в бане могли бы в мужской компании остаться. Хозяйку во главу стола. Да фельдшеру нашему, Лукичу, давайте, хотел пирогов отнести. Он ее в прошлом году от смерти спас. Ну-ка, пойдем, выйдем. Кому ешьте, коньячку? Ешьте. Не, мне, да. Кому коньячку налить? Вам налить? Да, немножко. Немножко? Дай-ка я отнесу. Не забудьте. А Людмила Павловна и так целый день на ногах, а мне после баньки самое то пробежаться. Да неудобно как-то, Виктор Сергеевич. Тогда уж лучше я. Не спорить с начальством. О, еще. Людмила Павловна, несите-ка, что у вас там было? Виктор Сергеевич, а ты куда? Я сейчас подушу, вы начинайте без меня. Люсь, давай, что там отнести-то? Командуй, командуй. Ну, раз начальство... командует, может, коньячку кому? Давай. Виктор Сергеевич, мне так неловко. Бросьте, я сам вызвался. Идите к гостям. Спасибо большое. Давайте я закрою. Чего-то вы плохо едите. Не попробуй. Ну-ка, ну-ка. Слушай, а соли-то действительно нет? Соли? Люсь. Коньячку? Коньячку. Ой, Лукич, а начальство-то не нагрянет. Да ты чё? Начальство тоже праздник. Чё ж они, прямо из бани, что ли? Придут с тобой проверять. Чё там? Добрый вечер. Не помешаю? Здравия желаю. Да нет, мы тут работаем. У меня дежурство. Да я, собственно, вижу. Значит, вы, Лукич, есть? Да, он самый есть. Ну, то есть, так точно. Ну, значит, это вам Людмила Павловна велела передать. Она сама занята, так я вызвался. А, рыбный пирог, как обещала. А я-то уж и забыл. Она вот помнит, что вы ее от смерти спасли. Да, было дело. Вы передайте мою благодарность, если увидите. Обязательно передам. А... ну что, вы тут дальше работаете? А мне пора. А мы вот эту больную-то, то, что вчера-то просили перевести, так мы ее перевели. В отдельную палату, все как полагается. Ну, точно были. Да-да-да, недостатки были, признаем. Не врешь? Но обижаете. Пойдемте. Пойдемте. Вот. Вот, прошу. Можете сами убедиться. Ну, теперь я вижу, что у вас порядок. Угу. Слушай, Лукич, может, в честь праздничка по мензурочке, а? Махнем? Так... я не верю, что у тебя нет. Ну, для такого человека, конечно, найдем. Ну, давай. Пойдемте.
Сейчас. Сейчас. А? Запах. М? Сейчас. Вот. Прошу. Ну давай, с праздником. И вас тоже. Так это медицинский, запивайте. А свою гостью вы тоже таким же почаете? Какую гостью? А, да нет, у нее же дежурство. Ну вы медицину даете, ладно. Не буду вам мешать дежурить, я пойду. Не провожай меня, пирог остынет. Ага, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Во, видала? Во, мужик. Думаешь, начальство не доложит? Да ты чё, совсем уже что ли? Это он и есть самое большое начальство. Это ему все докладывают. Ладно, давай. Садись. А? Ну где твой? Давай. Ну, Витя. Вот, пришел тебя с праздником поздравить. Что ж ты так рискуешь-то? Тебя могут увидеть. Да уж, начальник лагеря, как мальчишка на свидание бегает. Ну, ты точно как мальчишка. Ну зачем так рисковать, а? Я сейчас уйду. Я сейчас скажу тебе кое-что и уйду. Что? Через несколько дней тебя переводят в центральную зону. Уже приказ подписан. Как это? Еще пришел приказ о том, чтобы перевести тебя на вольное поселение. Ох, Господи. Тихо. Ничего не говори. Потом скажешь, когда вернешься. Ты потерпи. Ну, пожалуйста, родная, Витя. Потерпи. Немного осталось. Совсем чуть-чуть осталось. Я тебе обещаю. Ты больше никогда не встретишь праздник одна. Все. Ой, Господи. Все, я пошел. Иди. Иди, тебя же увидят. Все, спи. Не волнуйся, все. Ты что там бодяжишь? Клей, что ли, какой? Ага, клей. Постелю ночью замажу и ласты склею. Чё ржёте? Жратвой пахнет. Кисель ты из овса. Да чё ты чешешь? Чё, я киселя не видела? Такого не видела. Чё, в натуре кисель? Меня его еще в 38-м один контр варить научил. Так-то не трудно, только долго. И пока дешила, дам попробовать, так не отвяжешься от себя. Будешь по пятам за мной ходить, упрашивать, чтобы тебя тоже научила. Старая, дай пробу сниму. А то ж в пузе шевелится. Погодь, рано еще. Да-да, ей старая попробовать, дай, пока шмон не начался. А то он слух прошел, что обруч все бараки шманяет. Гад. Совсем озверел, падла. Праздник. Чипай, что за дела? Не пизди, Шила. К нам в барак он не сунется. Точно. Обруч. Мразь та еще. Но ему тоже проблемы не нужны. Угу. Если он их специально не ищет. Раз ищет, найдет. Сама сказала. Ответишь? Рассказала, отвечу. Ну-ну. Шмон! Зараза. Черт!
Барак номер 16, по списочному составу 45 человек. Всем заключенным приказываю добровольно сдать запрещенные предметы. Чей котелок, спрашиваю? Ничей? Что, твари? Воли захотелось? Кого морды ткнуть в это дерьмо? Обыскать! Милещенко, делом займись. Пошел! Шевелись! Быстрее! Быстрее, я сказал! Давай, шевели ногами! Еще быстрее! Пошел! Я тебе скажу, я Все в порядке. А вот он. Так нажал. О, Виктор Сергеевич! Людмила Павловна, ваше задание выполнено. Лукич велел кланяться. Так, вот моя рюмка, да? Ага. С праздником, товарищи. С праздником. Настоящим. Без войны. С праздником всех. С праздником. Поздравляю. Егор Дмитриевич, я гляжу, ты неплохо тут устроился. И музыка у него есть, и банька. А что мы с вами пьем? За любовь. Товарищ подполковник, может попроситься на какой-нибудь километр? А чего, баньку выстроить? Угу. Ну? Такой хороший коньячок. Людмила Павловна, разрешите вас пригласить на танец? Я думаю, супруг не будет против. Не будет? Егор Дмитриевич, смотри, опять медицина опередила. Я только собирался. Не ври, ты собирался баньку на отдаленной точке строить. С рюмочкой, без рюмочки. Разрешите? Ой, 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 Ну, хватит. Людмила Павловна? Ну как, потанцевал? Хорошо, Прала. А куда хозяин-то пошел? Да ты наливай, потом разберемся. Минутку. Разреши, давайте. Заходи. Говори, чего тебе? Товарищ майор, только что поступило сообщение, погиб майор Обручев, который пошел проверять бараки и вот... Иди, иди.
Звонили с центральной зоны. Там у вас ЧП. Даже не знаю, как сказать. Да ты садись. Говори, как есть. Не тяни только. Сегодня, во время вечернего обхода, убит ваш заместитель. А? Что случилось? А? Да что случилось? Умер кто-то? Так, весело праздник празднуем. Кто убил, выяснили? Да я как-то ЗК вроде какой-то. Кого убили? Майора Обручева. Так, надо срочно возвращаться. Это невозможно. Ночью размыло все дороги. Ни одна машина не пройдет. На тракторах поедем. Согласен. Надо вернуться до прибытия официальных следственных органов. Доказываю потом, чтобы... Вначале надо позвонить Мелещенко. Надеюсь, он-то жив. Нам надо поговорить, Виктор Сергеевич. Егор Дмитриевич, мы у тебя в кабинете расположимся. О чем разговор? А вы здесь оставайтесь. Не бросать же хозяйку одну. Она не виновата в наших проблемах. Сюда. Людмила Павловна, там кавалеры заждались. Люсь, мы скоро. Мне еще одну? Да, конечно. Вы с нами? Угу. Так, ты, Мелещенко, не мели. Говори все как есть. Что еще сделали? Так, я все понял. Все, перезвоню позже. Все, до связи. Дерьмо. Всех подставил, сволочь. И жил не по-человечески, и смерть себе собачью сам выпросил. Не успели мы с тобой поменять тебе зама. Мы ведь недели две назад обсуждали с тобой неадекватное поведение майора Обручева. Начали меры принимать. Так а что там все-таки произошло? А майору Обручеву пригрезился бунт. И вот он решил устроить великий шмон в честь великого праздника. И знаешь где? В 12-м бараке. А там контингент, сам знаешь? В 12-м. Там народец тот еще. Но там Климова. Да знаю я. Климова больше полжизни провела на зоне. Она в авторитете. И при ней всегда порядок. Что смотришь? Знаю я о ваших делах. А вы про что, Александр Савельевич? Я? О порядке среди блатных. За счет чего он обеспечивается? Или у вас с Климовой еще какие-то договоренности? Вы же сами сказали, Климов в авторитете. Ей с нами договариваться не положено. Вот и я говорю. Дурак твой, Обручев. Сам напросился. А ведь майор Обручев мог и спровоцировать бунт. Так что будем считать, что легко отделались. Я понял. Come on.
Да? Там Клавдия вас с Алексеем к столу зовет. Да я Алексея сколько раз уже звал. Они там с Федором никак наговориться не могут. Сказал вроде, что идет. Сейчас позову. Ну, девоньки, здорово. Бабы! Глянь, кто к нам? А? Иди, иди туда. Папочки! Отправлялись большим узлом, оказалось чуть не голая. Анна! Вернулась! Где она? Девоньки? Счастье! Анна! Вернулась! Ой, повезло! Анна! Пляши! Чего? Пляши, Анна! Пляшу? А чего? Списки видела. Да? Переводят тебя на вольное поселение. Сама видела! Пляши, Анна! Аня! 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 Гляди, Семен, в каком цветнике мы сидим, а? Это же надо! Эй, сказал бы мне кто-нибудь в 42-м году. Кать, ты помнишь, как дорогу сюда искали? А? Чего ты орешь, а? Чего? Детей разбудишь, я их еле уложила. Ничего, ничего. Пускай просыпаются. Угу. Праздник на дворе. Праздник, праздник. Да. Федор уже отпраздновал. А я праздник молча. Угу. Сейчас ему Мария устроит. Не собираюсь, я тебе тоже. Понимаешь? Ага. Да, вот так вот. Чувствуешь? А, Семен, какой строгий командир-то у меня. Кать, ты будешь пить? Дядь Леш. Чего дядь Леш? Мой сын самогонку не любит. Было предложено. А там уж как твое дело отказаться или согласиться, это твое дело. Так, ну, дорогие. Так, Семен взял, да? Все, так. Ну, товарищи, выпьем за праздник. Ай, каждый день выпьем за праздник. А. Надь. Слушай. Чего? Я что думаю? Mm? Что теперь будет? Но это после того, как обручи хлопнули. Тебе-то чего? Ты у нас вообще скоро свалишь отсюда. Чего-чего? Режим усилят. Может, конечно, усилят, знаешь, но сейчас начальство не до этого. Да их сами их шмонают по полной программе. Комиссии там всякие, проверки. Так что давай-ка спать. Угу. Угу. Ты чего уши навострила? Спи давай. Разойдись! Анна, в столовую. А? Бабы, за мной. Зачем в столовую? Откуда я знаю? Поболи напоследок. Ну, не жмись. Помирать, что ли, собралась? Куда ты придешь? А что, не слышали новость? Старого-то начальника сняли? А как будет при новом? Кто его знает? Вот это да. Есть тарелка чистая. Кто-нибудь доел уже, дать тарелку. Моя. Мне хлеба не дали. Но скандал этот, Виктор, мы уладим. Ты мне лучше вот что скажи. По Москве ты не скучаешь? А то бы я мог рекомендовать твою кандидатуру. Разрешите? Туда поставь. Иди. Есть. Спасибо, Глеб Алексеевич. Но я бы попросил, если можно, пока отложить мой перевод. Что?
На Дашку до сих пор обижаешься? А ну-ка, Виктор, скажи честно. Из-за нее ты тогда сюда сорвался? Ну, тогда еще не знал, что меня после ранения сюда направит. Жалеешь? Да я жалею, что повоевать больше не удалось. Я столько рапортов понаписал. Ух. Ну, да ладно теперь же. А на Дашку я зла не держу. Сердцу не прикажешь. Так что тогда тебя здесь держит? М? Я привык любое дело до конца доводить. А в нынешней ситуации смена начальства может привести к нехорошим последствиям. Uh-huh. А как офицер, я должен привести в порядок свое хозяйство. А потом уже с чистой совестью передать другому, а не бежать, как крыса с тонущего корабля. Ну и дура же у меня Дашка. Такого мужика профукала. Давай. Лид, это правда, что черного снимает? Ну, ты подруга даешь. А я шла тебе сообщить, что завтра на работу выходить не надо. С чего это? Вот дыряха. В учетную часть с утра побежишь очередь занимать. За справкой об освобождении. Как? Ой, господи. Ой. Ну, чё ты, а? От радости, что ли? А не черный, насиделась черный, еще, а? Черный. Да. Господи. Не знаю я ничего. Разные говорят. А что, как? Не знаю. Ой, господи. Чего ж так? Ой. Обратно скоро к нам? Как карта ляжет. Распишитесь здесь и здесь. Где? В журнале. Здесь? Да. Спасибо. Можно? Угу. Новикова Анна Сергеевна. Осужденная по статьям 107, 116, 162, пункт Д, сроком на 10 лет.